Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков вместе с одинцовскими активистами «Единой России» проверил ход ремонта автомобильной эстакады в районе железнодорожной станции «Отрадная» в Одинцове. Представители подрядной организации сообщили, что движение по второй части путепровода откроется уже к середине лета. Также единороссы проверили ремонт дороги у дома номер 5 в транспортном проезде. Здесь работы уже завершены, а в срок до 5 июля специалисты обустроят тротуар площадью почти 2 квадратных километра. Инспекцию провели в рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги».